Уважаемые девы, всем доброго времени суток. Я приветствую вас на канале Око Таро. С вами Ольга. Сегодня я предлагаю вашему вниманию Таро прогноз на май месяц. Каким для вас будет этот период? Расклад подойдет и женщинам, и мужчинам, поэтому я вас всех приглашаю к своему столу. Вначале мы рассмотрим ваш общий запас энергии. Основные ваши цели, задачи, которые вы перед собой ставите. Рассмотрим ваше здоровье в общем. Работа, дела, бизнес для всех тех, кто работает. И также возьмем карты для тех, кто в этот период вошел без работы. Рассмотрим ваши финансы в общем. Также рассмотрим и вашу личную жизнь, и те, кто в паре, и те, кто в свободном поиске, что в ваших домах, что в ваших отношениях. И также в раскладе будут участвовать две дополнительные карты. Одна для женщин, одна для мужчин. Это карты форс-мажора, либо неожиданных событий. И мы будем их рассматривать в скрытых факторах. На момент просмотра постарайтесь максимально расслабиться. Только в таком состоянии любую информацию вы сможете правильно воспринимать и анализировать. Сегодня я работаю на колоде Чиро Марчетти. Это Таро снов. Как правило, я всегда эту колоду люблю использовать для месячных раскладов, и она меня еще никогда не подводила. Напоминаю, что вы можете смотреть этот таро-прогноз как по своему основному знаку зодиака, также и по асценденту. Колода фактически готова. Предварительно я ее уже перетасовывала. Для вашего общего настроя я ее перетасовала еще раз. И я думаю, что мы с вами можем начинать. Итак, ваша первая карта на начало этого периода, которая и покажет ваш общий запас энергии, мысли, цели и задачи, которые вы перед собой ставите. Уважаемые девы и мужчины и женщины, все карты перед вами, и я приступаю к чтению вашего расклада. Наверное, сразу высвечу самые слабые стороны вашей жизни, отдельно для женщин, отдельно для мужчин. То, что касается женщин, то, что мне не нравится в вашем раскладе, это то, что происходит в ваших домах, в ваших личных отношениях. Вы как будто бы в коконе, вам как будто бы не хватает воздуха, и те отношения, в которых вы сейчас, для вас крайне сложные. В какой-то степени эти отношения вас связывают по рукам и ногам. Но, милые женщины, помните о том, что очень многое все равно будет зависеть именно от вас, а не от вашего мужчины. То, что касается мужчин, дев, у вас основные знаки вопросов будут связаны все-таки с финансами. Очень много нервов, суеты, может быть, касательно работы, каких-то денежных хлопот. Но я вижу, вы тоже справитесь, не без помощи той женщины, которая будет рядышком с вами. И, скорее всего, это кто-то из вашего дома, из вашей семьи. Но это может быть и еще какая-то особа из внешнего мира. Также вам будет помогать любое общение в социуме, которое тоже будет для вас полезным. Ну, а теперь подробно начнем разбирать весь ваш расклад. Первой картой для вас выпал король жезлов. Эта карта очень активная, очень хорошая и для женщин, и для мужчин. И если говорить о вашем общем запасе энергии, с которым вы входите в этот месяц, то запас энергии прекрасный, в особенности у мужчин, дев. Я вижу, что есть основные какие-то дела и касательно работы, и касательно семьи, и касательно дружбы. Для многих вы являетесь лидером по натуре, человеком очень идейным, в голове которого всегда много идей. И для многих вы можете быть очень хорошим другом, очень хорошим организатором. Поэтому люди, конечно, к вам притягиваются, если говорить о мужчинах. И вы действительно в себе очень уверенный человек, но почему-то начало месяца я вижу, что вы из-за чего-то тормозите. Либо слишком много в себе копаетесь, слишком много анализа происходящего. Может быть, есть какие-то навязчивые личности, люди в вашем ближайшем окружении, с которыми вы просто не захотите общаться. Если говорить о женщинах, то в вашем окружении тоже есть такие люди, которые к вам тянутся, и, скорее всего, это определенный мужчина, но это могут быть и любые знакомые, или родственники, или друзья, которые тянутся к вам со своим общением, а вы особо не спешите с кем-то общаться.
И в начале периода может быть некоторая грусть или меланхолия, но все-таки уверенность в себе вам будет придавать мужчина. Если меня смотрят те женщины, которые в браке, это может быть ваш супруг, но это может быть любой другой семейный человек, от которого может зависеть ваша судьба. Если говорить о состоянии вашего здоровья, я не вижу ничего негативного. Я не вижу, чтобы в чем-то была резко выражена проблема именно в этом месяце. Даже есть какие-то отклонения или патологии по здоровью. Я не вижу, чтобы что-то было критично. В отношении лечения или определенных мер по лечению вы тоже очень много рассуждаете, думаете, как лучше, что вам нужно, что вам не нужно. И то, что я вижу по этой карте, что вы себя гораздо лучше и комфортнее чувствуете, просто когда вы не нервничаете, просто когда вы действительно немножечко абстрагируетесь от других людей, вы себя так и здоровее чувствуете, и спокойнее. А это говорит о том, что вы пытаетесь успокоить свои мысли, свои нервы, и сознательно кого-то не хотите впускать в свое общение, чтобы потом не раздражаться. Для тех, у кого нет никаких отклонений по здоровью, то, в общем-то, эта карта говорит о нормальном, стабильном состоянии здоровья. Карта может показывать общую усталость, поэтому отдых должен у каждого из вас быть своевременный. Не забывайте об отдыхе, чем бы вы ни занимались. Рассмотрим вашу рабочую деловую сферу для всех тех, у кого есть основная занятость. И в рабочую сферу для вас выпали две замечательные карты. Одна из них – старший аркан императрицы. Сама по себе эта карта предвещает рост, в особенности для женщин. Если говорить о мужчинах, то в чем-то вам будет помогать или направлять в делах и в работе вас также женщина, которая может являться для вас как путеводная звезда, как женщина, которая сама обладает достаточными талантами, и если вы вместе в чем-то объединяете усилия, то результат будет гораздо лучше. Поэтому партнерство с любой женщиной для вас было бы желательным. Ну или хотя бы в отношении работы вы должны прислушиваться к некой женщине. Если говорить о женщинах, то вы очень творческая личность, будет порыв, будет вдохновение, будет желание что-то совмещать или пробовать что-то новое. Возможно, вы захотите чему-то подучиться, но зарабатывать вы точно сможете. Благодаря вашему уму и талантам вы не только сама будете зарабатывать, но еще и помогать всей вашей семье. И под вашими ногами выпал активный рыцарь монет, финансовая карта, которая уже говорит о предложениях любого рода из внешнего мира. Как вам кто-то может что-то предлагать, так и вы кому-то можете идти со встречными предложениями. Также рыцарь монет может предполагать или показывать любые рабочие дороги, командировки, все то, что связано с расстояниями, но все это тоже будет успешно. Поэтому если дороги по работе намечаются, все будет хорошо. Но я вижу, что вы действуете очень последовательно, очень взвешенно, очень тактически, и в работе это тоже приносит вам дополнительный успех. Помимо основной работы, у кого-то из вас может быть еще или подработка, или дополнительный источник дохода, или просто приработок в этом месяце, но карты очень благоприятные, поэтому денежки у вас 100% будут. Все те, кто в май месяц вошел без работы, для вас выпали тоже благоприятные карты. И это четверка монет. Четверка монет говорит о том, что на сегодняшний день в вашей жизни все-таки есть относительная стабильность. Может быть, у кого-то ранее были подкопленные денежки, определенная сумма, благодаря которой вы сейчас удерживаетесь на плаву. Может быть, вам кто-то помог финансово до того, и тоже сейчас этот денежный резерв вам помогает. Но я вижу, что вы находитесь в стадии строгой экономии. Где-то себе в чем-то пытаетесь отказывать, и в отношении любых трат, покупок относитесь очень внимательно. Считаете каждую копеечку. Вы показаны как люди очень трудолюбивые, и я не вижу, чтобы вы боялись какой-то работы. Вы готовы взяться за любую работу, лишь бы она вам приносила хороший доход. И второй картой для вас выпала восьмерка жезлов. Карта огромной активности, хороших встречных предложений и возможностей. Поэтому долго не думайте, не размышляйте. Проявите активность, ищите, кто ищет, тот найдет. Восьмерка жезлов – это карта зеленого света. И она может говорить о том, что если есть конкретное направление или сфера, в которой вы хотели бы себя проявить,
у вас тут что-то должно получиться. Также благоприятная карта для любых работ, связанных с выездами, за границей, с расстояниями. Все те, кто попытается начать зарабатывать посредством интернета, вас тоже ждет успех. Восьмерка жезлов может предполагать также и новые знания, дополнительное образование. То есть, если для вас это важно или актуально, это тоже возможно. Даже если до какого-то момента вы работу не находите, то все равно я вижу, что деньги у вас будут на текущие нужды и расходы, но вы их будете пытаться всячески сэкономить. Восьмерка жезлов – это также карта и божественного провидения, и хороших известий, и любого рода переговоров. По восьмерке жезлов свое резюме или свои документы вы можете подавать в разные организации, и, возможно, даже в нескольких организациях вы сразу получите одобрение. Что же в мае месяце на самом деле происходит с вашими финансами? И сейчас мы финансы рассматриваем в общем и для тех, кто работает, и для тех, кто не работает. Мы видим карту рыцаря кубков, и второй картой выпал паж мечей. Если говорить о женщинах, то, конечно, очень много эмоций, переживаний из-за денег. Вам хочется и хорошо выглядеть, и куда-то поехать, и чем-то заняться творческим. У тех, у кого есть детки, и детям чем-то помочь, или поддержать их в текущем образовании, или в любых нуждах, которые есть у ваших детей. Вы излишне волнуетесь на то, что может не хватить. По вашему раскладу я вижу, что у вас хватит на все, если со своими финансами вы будете разумно обращаться. По рыцарю кубков, для тех, у кого есть основная занятость, и для тех, кто не работает, больше общаться с другими людьми, не уходить в себя, не закрываться. Я вижу, что вы кому-то, возможно, не доверяете во внешнем мире. Может быть, в чем-то испытываете недостаток информации. Но как только вы с кем-то общаетесь, получаете для себя нужную информацию, то и заработок в руки к вам будет идти. И если говорить о мужчинах, то вас финансово в чем-то поддержит женщина. Или карты могут говорить о том, что вы много денег тратите на женщину и на ребенка, или на женщину и детей. Вы тоже переживаете о том, хватит ли вам на все, но и вам тоже денежек на все в этом периоде хватит. По пажу мечей, возможно, кому-то нужно привести в порядок определенные финансовые бумаги или документы, и в связи с этим может быть беготня или какие-то разговоры, в которые вы будете вносить ясность, но свой вопрос впоследствии решить вы все-таки сможете. Теперь рассмотрим вашу личную жизнь, те, кто в паре, те, кто в семейных отношениях. И мы видим карту восьмерки мечей и карту дамы монет. Это то, о чем я говорила нашим женщинам, девам изначально, что основная точка боли находится в ваших отношениях, в вашем приватном пространстве. Я вижу, что вы и умница, и красавица, вы и прекрасная хозяйка. Вы и зарабатывать умеете. Для тех, кто работает, не выходя из дома, тоже возможности. И в то же время карта ограничений, из которых вы постоянно пытаетесь выйти. То есть вы ищете выход, вы не сидите без дела. И даже когда на вас накатывают вот эти самые депрессивные состояния, вы будете пытаться их контролировать и свое сознание брать в кулак. Если говорить о мужчинах, то очень многое в вашем доме все-таки будет зависеть женщина, сердце, этих отношений. Также от женщины зависит дополнительный финансовый доход, и благодаря женщине в дом идут денежные поступления. Поэтому многие бытовые проблемы все-таки решить для вас будет возможно. Конечно, я вижу, что вам не хватает эмоций любви, эмоций счастья, поэтому вы погружаете себя в дела и в работу. Теперь перейдем к нашим свободным девам и посмотрим, что будет происходить у вас. Для вас выпала одна из лучших карт в колоде – старший аркан Солнышко. Это карта вашей огромной сексуальности, внешней красоты, образования, также того скрытого потенциала, который вы в себе можете открывать. Поэтому вы автоматически к себе притягиваете очень разных людей, вы очень многим нравитесь. Поэтому карта может предполагать и новые знакомства, и живое общение, и переписку, и встречи, как на близком расстоянии, так и на дальнем. Для вас нет запретов. Самое важное, что проходит по этой карте, что в вашу жизнь притягиваться будут достойные люди, и у вас еще будет выбор. Для тех, кто встречается,
Вы для своего партнера, как ясное солнышко, и тот человек, который рядышком, не готов будет к тому, чтобы вас потерять или отпустить. Для тех, кто встречается, вот эта карта говорит о том, что ваши отношения будут однозначно развиваться, даже те, кто имеет дело с несвободными людьми. Эта карта может говорить о том, что у многих есть ребенок или дети от прошлых отношений, очень много переживаний и страхов из-за детей, или вам кажется, что это ваши ограничения, но это не так. В вашу жизнь войдет тот человек, тот партнер или партнерша, который вас примет со всем вашим прошлым. Поэтому вы должны быть в себе абсолютно уверены. Почему я говорю о ваших страхах? Потому что вторая карта все-таки выпала, девятка мечей, и она говорит о том, что в особенности в вечерние часы, когда вы остаетесь один на один с собой, когда социум вне вашего пространства, вашу голову посещают негативные мысли, страхи, может быть, неуверенность в чем-то есть в себе. Есть и какие-то родовые моменты, может быть, что-то пережитое в прошлом. Либо вы боитесь повтора вот этих старых ситуаций, и вы бежите или готовы бежать даже от нормальных людей, которые входят в вашу жизнь, потому что вы не хотите повтора прошлых ситуаций. Но карта солнышка закрывает весь негатив. И карта солнышка говорит все-таки о том, что вы непременно встретите свою вторую половинку, даже если вы в себе ищете недостатки или даже если вы в себе не уверены. И это будет очень достойный человек. Поэтому не нужно ничего бояться, не нужно копаться в себе и не нужно культивировать в себе вот эти страхи. Ну а теперь возьмем карту форс-мажора или скрытых факторов для женщин. И в скрытых факторах мы видим четверку мечей. Все-таки это карта усталости и подавленности, конфликтности с кем-либо. Но как будто бы эти конфликты за вашими плечами, то есть это уже как пройденный этап вашей жизни, или возможные даже конфликты в этом периоде, которые отходят на второй план, вы продолжаете жить дальше, но на кого-то продолжаете обижаться. И, конечно, эта карта говорит о том, что вам нужно действительно больше отдыха. На ваше здоровье уже выпадала четверка чаш. Видите, как интересно. Карты пересекаются. В начале расклада была четверка и закрывает для женщин тоже карта четверки. В общем-то, карты неплохие. Они говорят о том, что в вашей жизни есть золотая середина и определенная стабильность, но излишние эмоции или обиды на кого-то будут вам мешать. Старайтесь хотя бы вовремя ложиться спать, не засиживайтесь до ночи. И возьмем карту форс-мажора для наших мужчин-дев. Тройка жезлов. В скрытых факторах замечательная карта. Она говорит о том, что все у вас будет налаживаться и в рабочей, деловой среде, и в любви. Это карта любых хороших предложений, возможностей, сотрудничества с другими людьми. Карта командной работы. Возможно, вы ожидаете какие-то известия издалека, либо из-за границы. Может быть, у кого-то есть зарубежные партнеры, либо кто-то с вами находится на расстоянии. Нужную информацию или нужные известия вы получите, поэтому даже я не вижу повода для беспокойства. Очень многие люди по этой карте еще на вас и равняются. Также хочу добавить для наших женщин-дев, что если есть какой-то старый конфликт, который не дает вам покоя, не тратьте свои нервы и силы, либо, может быть, человек, который вас раздражает, или люди. Не нужно ни на кого тратить свое здоровье, потому что доказать кому-то чего-то вы все равно не сможете и лишний раз столкнетесь со стеной. Поэтому думайте о себе, любите себя. И если в вашем пространстве есть люди, которые вас напрягают своим общением или приносят вам проблемы, то вам действительно нужно от этих людей просто избавиться или с кем-то просто не общаться, не подпускать кого-то близко к себе. Если говорить о женщинах-девах, вы достаточно сильные, мудрые, умные личности для того, чтобы справиться со всеми проблемами, которые есть в вашем доме, в вашей личной жизни, в вашем приватном пространстве. Для вас выпало сразу два старших аркана, это и императрица, и солнышко, и все-таки это возможности. Поэтому живите, развивайтесь, ничего не бойтесь и еще других за собой ведите, вы кому-то еще будете помогать. Мужчинам-девам в этом периоде тоже может мешать излишняя предосторожность или излишняя неуверенность. Поэтому больше активности. Но при этом, что бы вы ни делали, советуйтесь с женщиной из вашего дома
из вашей семьи. Уважаемые девы, таким для вас был расклад на май месяц. Всем хорошего настроения, мира, добра. Не забывайте о том, что каждую неделю выходят свежие развернутые недельные прогнозы, в которых я вас всех буду ждать. Всем до свидания.